На конкурс «Дети читают стихи». Королева Екатерина, 7 лет. Пермский край, город Чайковский. Марколигов стоят леса в узорах, стоят леса в узорах. В полях скрипит обоз, и на ракете скорой нам Дед Мороз привез с оранжевой планеты подарки всем. Ура! Оранжевые конфеты с начинкой добра. Кружится наша елочка, сверкая серебром, и радостью иголочки наполнили весь дом.